Привет, ребята, вы на канале КС, и сегодня я буду играть в Among Us. Ну, а так говорить нельзя. А почему? Да я-то у бабы играл и снимал. Ну, ладно, ну, ты как хочешь. Ну, я думаю, можно говорить. Ладно. Так, долго он у меня еще будет? Вот, ребята, загрузился. Онлайн. Найти игру. Ну давай вот это мил. Там 6 уже человек. 10 из 10. Нифига себе. Так, я себе какую-нибудь шляпку одену. Там, вот такую, например. О, и мы уже начинаем. Я член, ребят. Ну я хоть начал. А ты думал, ты предатель? А кстати, вчера, пока тебя не было, я был предателем. И труп нашли. Я уже начал, Кирилл. И кто ты? Я не знаю сейчас. Ну, так ты же сказал, начал. Ребята, что там, надо проводку починить? Или что, хранилище? Блин, победа! Я не верю! Как? Кстати, как мы победили без одного трупа? Так, ребят, покидаем игру. Найти игру. Трамп какой-то. Дональд Трамп, наверное. Ну ладно, ну наверное, да. Так, что там напишем? Что-нибудь, например, го. А все, мы уже начали опять. Мы тоже начали. Так, смотри, я член опять, а ты, наверное, предатель. Ну, я не знаю, наверное, не предатель. Я хочу, чтобы ты предатель был. Я не предатель. Я же говорила, что я не предатель. Угадал. А, ребят, я не профи по этому заданию уничтожения метеоридов. Проводы чинишь, а я тоже погромче сделал. Все, задание выполнено. Коричневого нашли. Я не знаю, за кого голосовать. Тихо, давай потише. Да-да, вот ты же все равно не... Та-та-та-та. Да давай потише, чтобы папа не слышал. Ну, ребят, тут у нас папа. Так, давай за А3. Оранжевый! Блин, это оранжевый. Что там? Победа! Ребята, это круто. Что там, приходится выходить? Ну ладно, сейчас включу. Чтоб папа не запалил, да? Ой, я не хочу быть розовым. В общем, а куда делись остальные? Одна. Четыре. Все. Так, я предатель? Нет, я не предатель. Я же говорил. Одна. Привет, Бас.
Чем ты еще занимался, пока нас не было? Сейчас много поохотился. Так. Что, ходил в магазин? Это ниндзя. Поверить не могу. Ребят, ну ладно, всем пока.